Приветствую, друзья! Продолжаю играть для вас мелодии, которые можно отнести к циклу мелодий, написанных неизвестными композиторами. И если в предыдущем или даже более раннем видео я играл для вас минуэт, который был написан в средние века для лютни неизвестным композитором, то сегодня я сыграю для вас относительно более современную музыку, которая ориентировочно была написана в 19 веке на стихи Федора Ивановича Тютчева, стихотворение «Я встретил вас». Это достаточно известный романс, но кто написал музыку, до сих пор неизвестно. Среди специалистов ходит множество мнений. Кто-то говорит, что чуть ли не сам Тютчев был автором этой музыки, кто-то утверждает, что написал ее Варламов, кто-то говорит, что Козловский. То есть большое разнообразие мнений бытует, но не в этом суть. Я зачастую ленюсь набирать табулатуры или ноты, а это мне попались уже набранные готовые ноты, по которым я сейчас сыграю для вас эту мелодию. И все, кто захочет ее разучить, она достаточно простая в исполнении, могут ноты скачать сразу под этим видео. Итак, романс «Я встретил вас».